Не детский смех разносится, металлический скрежет. Большая стройка развернулась в самом сердце лагеря. К апрелю здесь появится новая сценическая площадка. 20 метров в длину и столько же в ширину вместит всех 200 воспитанников смены. От дождя укроет крыша. Пол выдержит любые дискотеки, он будет заливным. На все работы уйдет 6 миллионов рублей. Сосновые балки через пару дней станут беседкой, самой большой из шести, что есть в лагере. В ней воспитанники смогут собираться на мастер-классы или просто отдыхать. Кроме новых мест для отдыха и развлечений, территорию Гагарина украсят и малые архитектурные формы. Будем вырезать деревянного космонавта в полный рост. Возможно, в дальнейшем даже ни одного космонавта. Будет еще повар, мне хотели попросить сделать повара, и доктора Айболита. Благоустройство лагеря идет активно уже третий год, с тех пор, как его передали ОКЦ. В этом пришла очередь обновиться и пяти деревянным корпусам. Раньше полувековые домики приходилось красить каждый сезон. В этом вопрос решили по-другому. Стены и крышу обшивают металлом. Кроме того, в них поменяли окна и двери. Никакая непогода будет не страшна. Как только еще потеплеет, мы уже начнем работать по территории. Нужно убрать листву, нужно готовить будет корпуса, мыть, красить. Ну, то есть будем ждать детей. Мы уже сами ждем, не дождемся, когда же у нас лагерь вот оживет вот детским смехом, радостью. 4 июня начинается первая смена, и все стартует вплоть до 22 августа. Родителям, которые хотят пристроить свое чадо на лето в лагерь, стоит поторопиться. Путевки пока есть на все 4 смены, но с каждым днем их становится все меньше. Ведь Гагарин – один из лучших лагерей области. Кристина Слепцова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».